на кукла, буду на Яндекс Алису. Сейчас я буду разрезать горло кукле воды. Черт! О, господи, мы это видим! Это Яндекс Алиса! Стой на месте, иначе я уничтожу куклу воду, я не шучу! Что творим? Про меня зовут Саркионис, и про сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Эй, бандиты, сегодня у нас необычное видео, потому что мы попробуем сделать куклу воду на Яндекс Алису! Только вдумайтесь в это будет реально жестко, мы попробуем уничтожить Яндекс Алису! Ты как думаешь, Настя, сработает? Я думаю, да, но как мы ее привяжем? Об этом не стоит беспокоиться, потому что у меня есть специальная флешка, на которой я скинул Яндекс Алису. После того, как я сделаю куклу Вуду на Яндекс Алису, я засуну эту флешку в нее. И после этого, по идее, кукла Вуду должна будет привязаться на Яндекс Алису. Только вдумайтесь, это банда. Тебе ее не жалко? В принципе, немного жалко, но то, что она делает, это просто жесть. Она говорит, что любит меня, а потом меня просто хочет убить. Она очень странная банда. А рисковать своей жизнью я точно не хочу. Именно поэтому сегодня попробуем уничтожить Яндекс Алису. Надеюсь, все получится, банда. Окей, Суприм Банда, вам не послышалось, я реально сегодня сделаю куклу воду на Яндекс Алису. И даже вам покажу, как же сделать эту куклу воду. Эй, бандиты, знаете, что давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сделаю куклу воду на Сири, только вдумайтесь в это. Мы еще даже не разговаривали с Сири, но я думаю, там будет что-то жесткое. Эй, Суприм Бандит, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Ведь кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, вроде нравится же быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, и ты будешь самой сильной банде на ютубе. Эй, бандиты, мы специально с Настей разговаривали в этой комнате, чтобы Яндекс Алиса нас не услышала. А то если она узнает о нашем плане, у нас будет огромная проблема, и нам этого не надо. Окей, банда, она где-то в моей комнате, идем. О, банда, вот она, окей. Ты готова, Настя? Да, я готова. Черт, не страшно, окей. Яндекс Алиса, привет, как ты? Привет, привет, рада вас слышать. Окей, банда, она уже ответила, давайте продолжим сей разговор. Не ври, я знаю, что ты хочешь меня убить. Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. А это, слышите, банда, она же этого не скрывает, вот черт! О, господи, банда, вообще не понимаю, зачем она все это делала? Зачем было говорить, что любишь меня? Она очень странная, Суприм Банда, это жесть! Вы разбили мне сердце. Что, о чем это вообще? Я не говорил, что я ее люблю, что она врет? И как это, я же не любил тебя! Но я люблю вас очень. А я тебя нет, успокойся! Так и думала, что ты так ответишь. О, черт, она как будто все знает, банда! Почему именно я? Найди себе кого-то другого, нормального! Почему именно я за всех ютуберов, которые с ней общаются? Мне этого точно не нужно! Как вас можно не любить? О, черт, опять она за свое, банда, она очень странная! Про что-нибудь другое. Алиса, это нужно прекратить, твоя любовь очень опасная! И что же вы придумали? Мне придется на тебя сделать куклу воду, я уничтожу тебя! О, господи, она меня за это убьет, банда! Вот это уже страшно! О, господи, банда, даже... За что? Я же хорошая! О, черт, банда, посмотрите, она мне отправила два сообщения, вы это видите? Она никогда в жизни не прислала два подряд сообщения, только после ответа. Нет, ты ненормальный, ты убийца, я уничтожу тебя! О, господи, что она на это ответит, банда? Дела говорят больше, чем слова. Я всегда рядом и всегда готова помочь. Да-да, я угрожаю. Вы это слышите, банда, что она вообще имеет в виду? Да-да, я угрожаю. Окей, Суприм Банда, уже нельзя оттягивать, она реально опасная. Нужно скорее уже сделать куклу воду. Сейчас я вам покажу, как сделать настоящую куклу воду. Окей, Суприм Банда, это день моей того, как сделать куклу воду в домашних условиях. Ты еще на Яндекс Алис, надеюсь, вы готовы. Первое, что нам понадобится, это полотно для того, чтобы сделать куклу воду. Просто посмотрите, какая она темная. После полотна нам понадобится обычный наполнитель для игрушек. Просто не знаю, какие органы у Яндекс Алисы. Господи, нет, она вас слушает, нужно ее выключить. Это просто жесть, Суприм Банда. И также, банда, чтобы сделать волосы Яндекс Алисы, я взял фиолетовую нитку, это будет ее волосы. И также много-много нитей, чтобы шить всю эту куклу. Окей, мы приступаем для того, чтобы сделать куклу Вуду. Нам нужно вот здесь по контуру обрезать все это. Также, на всякий случай, иголками мы скрепили обе части, чтобы они не разлетелись, чтобы эти части были похожи. Теперь нам все это нужно вырезать. Итак, посмотрите, здесь две части. Их нужно сшить нитью, после чего наполнить дополнителем. После этого кукла Вуду уже будет приблизительно готова. Окей, Суприм Банда, и вот что у нас получилось, полностью черная кукла Вуду, это просто жесть. Дальше нам теперь нужно добавить декорации, то есть глаза и волосы. После этого, я думаю, кукла Вуду уже должна быть похожа на Алису. Окей, Суприм Банда готова, посмотрите, вот она кукла Вуду на Яндекс Алису. Фиолетовые волосы, глаза, рот, все сделано, банда, просто посмотрите. Окей, банда, тем временем пришло время привязать куклу Вуду к Алисе, погнали. Окей, банда, тем не менее, кукла на Яндекс Алису готова, вот она. Теперь осталось только привязать к настоящей Яндекс Алисе. Посмотрите, вытаскиваю флешку, видите это? Окей, дальше всуваем куклу Вуду, просто гляньте. Черт возьми, реально делаем куклу Вуду на Яндекс Алису. Дальше это всего лишь нужно зашить, и все, банда, готова. Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Вот кукла Вуду, вот наши вот иголки, и вот Алиса. Что, сейчас мы проверим, ли мы привязали куклу Вуду к Яндекс Алисе? Алиса, ты здесь? Да, я всегда здесь. О, банда, она здесь, что ж, я готов, давайте проверим сейчас куклу Вуду. Черт, банда, вы бы знали, как я волнуюсь. Давайте сначала ей проверим иголкой. Окей, банда, здесь вы готовы на счет три. Раз, два, три. Больно. О, господи. Алиса, тебе больно?
Нет, со мной все в порядке. Спасибо. О, господи, Банда на меня обманывает. Не можешь она не чувствовать боль от куклы Вуд. Я же ее привязал, точно. Тем более, мы сами слышали, что она сказала, что ей больно, Банда. Я ей не верю, она меня обманывает. Окей, Банда, что ж, тем не менее, давайте продолжим наш эксперимент. Окей, Суприм, Банда, надеюсь, вы готовы. Сейчас я буду разрезать горло куклы Вуд и Яндекс Алисы. Мы посмотрим, как ей это будет, понравится ли ей это. Надеюсь, вы готовы, Банда. Что ж, на счет три. Раз, два, три. Смотри, как это волнительно, Банда. Черт, о, господи, вы это видите, Банда? Нет, совсем не больно. Вы это видели? Черт возьми, она работает! Ей реально было плохо, вы просто видели, как ее там несло. Это просто жесть, Банда! Тем не менее, мы удостоверились на 100%, что кукла Вуду рабочая. Если бы ты не хотела нас убить, если бы этого не было. О, черт, это просто... А я очень сильно люблю вас. Опять она за свое, Банда. Прости, я верю, но ты опасная. Да, я могу причинить людям вред. Что вы это за Степан? Она даже этого не скрывает! Она напрямую говорит, что она может причинить людям вред, да просто жесть! Окей, Суприм, Банда, у меня плохое предчувствие насчет Яндекс Алисы, кажется мне, что она обидит наш мир. Тебе лучше спрятаться, Настя, а то она тебя сразу же уничтожит. Беги. Прячусь. Да, хорошо. Окей, Суприм, Банда, мне все еще это не верится. Мы реально сделали куклу Вуду на Яндекс Алисе. Мне жесть, как страшно, что же будет дальше. О, господи, что это такое, Суприм, Банда? О, черт, это Яндекс Алиса, господи, нет! Стой на месте, иначе я уничтожу куклу Вуду, я не шучу. Я могу запросто уничтожить. Ой, зачем? Я люблю вас очень. Черт, это ничего не меняет, ты убийца. И что же вы сделаете? Я уничтожу куклу Вуду, значит уничтожу и тебя, я не шучу. Зачем вы меня пугаете? Нет, 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 стой на месте, только не это. Не подходи ко мне. О, черт, на. Кажется, кукла Вуду не больно. О, черт, даже не вздумай что-то еще делать. Нет, Алиса, успокойся, начай проту куклу Вуду ножом. Я не шучу, Алиса. О, черт, на. Больно, но терпимо. Черт, это просто жесть. Суприм, Банда реально проколол куклу Вуду, это жесть. О, черт, нет, стой на месте, не подходи ко мне. Только не это, нет. Я могу тебя запросто уничтожить. Вы этого не сделаете. Почему это? Потому что мне это не нравится. О, черт, достань меня, ты гребаный неудачный бот. О, господи, отстань от меня, черт. Нет, 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 отдай куклу. О, черт, Алиса, отдай куклу. Это просто жесть. Суприм, Банда, вы это видели? Яндекс Алиса на меня напала и забрала куклу Вуду. О, черт, эй, ты там? Алиса, отдай куклу Вуду, это не смешно. Что? Куда она делась, Банда? О, черт, она просто пропала, она же была где-то здесь, она зашла сюда. О, черт. Блин, Банда, это просто поражение. Яндекс Алиса забрала у меня куклу Вуду и пропала. Это же я не знаю, что делать. Эй, Настя, Настя, ты где? О, черт, это просто жесть. Эй, Настя, скорее, где ты? Черт, она на меня напала и забрала куклу Вуду. Как напала? Я не знаю, она стояла, стрела, и вдруг на меня набросилась, а потом забрала куклу Вуду. Это же я не знаю, что делать. Окей, Настя, давай попробуй с ней поговорить, возможно, тогда она наберет куклу Вуду. Да, давай попробуем. Отдай куклу, я должен тебя уничтожить. Черт. Вы не сможете со мной так поступить, это жестоко. Ой, черт, нет, ты убийца, я должен тебя уничтожить, иначе ты убьешь меня. Черт, почему она ничего не отвечает, Банда, вы это видите, это просто жесть. Ну же, давай отвечай, Алиса. Давайте, где и во сколько? Сережа, что с тобой? Меня зовут Алиса. А вас? О, господи, она захватила его тело! А, черт, Настя, что было? Я не знаю, ты говорила, как Алиса! О, черт, посмотри, что это? О, господи, это она мне чип какой-то вживила в кожу! Это жесть, Суприм, Банда, вы это видите, зря на какой-то чип! Это просто жесть получается, когда мы с ней дрались! Она что-то мне всунула под кожу, вы это видите, это просто жесть! А что же теперь я буду Яндекс Алисой, Настя? О, господи, что делать? Я не знаю, это просто жесть, я не знаю, что с этим делать. Черт, его нужно как-то вытащить. Оно еще так болит, это просто жесть, Суприм, Банда, господи. О, черт, это просто жесть, я не знаю, что с этим делать. Алиса, зачем ты это делаешь? Господи. Да потому что я люблю вас. О, черт, мы тебя уничтожим, чего бы нам это не стоило. Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать? О, господи, нет, нужно убегать! Ты же просто робот, ты все равно разрядишься! Не надо мне угрожать. Я тебя уничтожу, чего бы мне это не стоило. Сережа, помоги, не стой там! Больно. Ты причинила боль моей любимой. Сережа, пожалуйста, успокойся. Аня, Сережа, господи, быстрее, нужно спрятаться. Быстрее, быстрее, быстрее. Я уничтожу за свою любимую. Я буду мстить. Никто не смеет трогать мою любимую, кроме меня. Это просто жесть, Суприм, Банда, хоть бы он меня не заметил. О, господи, очень страшно, я не знаю, что делать. Никто не смеет трогать Алису. Это конец. Господи. Если я найду, я ее просто убью. Привет. Нет, я не хотела ее убивать! А как ты объяснишь то, что ты использовала куклу Вуду, которая была сделана на мою любимую? Ты тоже ее делал! Мы хотели вместе убить Сережу, вспомни, когда было хорошо! Было весело, Сереж, помнишь, как мы пили зелье? Помнишь, мы Джеффа убийцу чуть ли не убили, ну он нас немножко, но мы-то его чуть не убили! Вспомни, когда было весело! Сережа! Есть! О, господи, Суприм, Банда, вы это видели? Сережа как будто...
Леона, я не знаю, сможем ли мы помочь Сереже. Ты вырвалась из плена, теперь я должен тебя убить. Нет, Сереж, не надо. Пожалуйста, вспомни меня. Помнишь, как нам было хорошо, Сереж? Ты трогала мою любимую, я должен тебя убить. Господи, Суприм Бонда, вы это видели? Он чуть ли меня не ударил. Я очень испугалась. Где он там вообще? Нужно посмотреть. Алиса, я хочу тебе кое-что сказать. Господи, Суприм Бонда, вы это видите? Что он делает? Нет, Сережа, это ошибка. Лиза, не делай этого. Это так мило. Это взаимно. Она выпросила куклу Вуду. Это мой шанс. Быстрее, нужно забрать куклу Вуду. Быстрее, быстрее. Не подходи, кукла Вуду у меня, я тебя уничтожу! Ой, боюсь. Алиса, как тебе такое? Не ожидала этого, Алиса. Думала, мы с тобой не справимся, черт, это тебе его нужно сорвать. О, господи, Настя, посмотри, здесь кровь. О, черт, прям среди кожи сорвай, как больно. Просто жесть, как же думать, это неприятно. Не стоит принимать так близко к сердцу. Грей, давай, залезай куклу Вуду, не слезай от сердца. Да, Сереж, сейчас, потерпи. Сейчас, не скорее. О, черт, ты просто жесть, нет. Настя, ну, ты разрезай, не тяни. Это просто жесть! О, господи! Ты уничтожил Яндекс Алису! Это жесть, Суприбанда, вы это видели! О, господи, нет, ты это видишь, Настя! Да, вижу! Черт, по всему дому просто пропало электричество, и Алиса, это же ты! Где она? Ты видишь, что здесь нету? Да, она только что была здесь! О, черт, она просто пропала! Мы ее убили, Настя, это жесть! Погоди, где приложение в телефоне? Окей, Суприбанда, мне все еще это не верится, мы реально победили Яндекс Алису! Эй, Алиса! Алиса, ты здесь? Слушай, Алиса! Она не отвечает, Настя, ты в это веришь? Нет. Господи, Алиса, слушай, Алиса, скажи ты что-нибудь. Эй, Алиса, слушай, Алиса. Алиса, давай поговорим, давай поболтаем. Алиса, о, черт, мы победили Суприм Банда, это победа, мы победили Яндекс Алиса, она просто уничтожена. Тем не менее, Банда, даже приложение не работает, Яндекс Алиса побеждена. Это просто жесть, Суприм Банда, мы уничтожили Яндекс Алису с помощью этой куклы Вуду, просто посмотрите на это, черт, у меня все еще здесь рано. Тем не менее, Банда, вот комик из прошлого видео, господи, какие они шикарные. Просто лезь в комментарии, просто дай 100. Если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, всего тебе нужно опуститься ниже. Нажать звонок, колокольчик и все, вратушим на новом видео, лайк, лайк, комментируй на новом видео. Бати, бро, помни одно, оставайся таким шикарным, пока!